Волнуется, метется род людской, нас ядерная свалка беспокоит. Дефолт, инфляция, переворот любой, и нет живущему ни мира, ни покоя. Включаю радио, взглянул в телевизор, в газетах и в афишах повседневных. На шампур шашлыка плеядою нанизан, сон благодетелей семинутно тленных. Берутся все они в годы развести, разгрести, проблемы распылить, врагов поджарить. Пред недругами развести мосты, торгуются за власть, что тетки на базаре. Зарплатах, коммунальные услуги, замена паспорта и страх пред ИНН. Тужится земля, и начались потуги. Масоны тень наводят на плетень. Как водится ни слова о душе, все так ведут, как будто мы бездушны. Душа же здесь есть главная мишень, не наши телеса, отскобленные туши. Для человека каждого бессмертия даруется в рождении Иеговой. В зачатии даже трудно в то поверить. Мы по душе Творцу единокровны. Когда окончится земная чехарда, допишется последняя страница, навечно с каждому нам выдадут мандат, там всем придется Богу поклониться. Как день прошедший вспомним о земном, в лицо без памяти, быть может, не нахлынет. Нам не покажется ли кляксой и пятном сгоревших звезд остаток след полынный? Быть освященным сыном благодати – глобальная задача всем живущим. Как первородство с дуру не продать бы тому, кто чечевичным голодом нас мучит. 26 ноября 2005 года.